сорваны покровы, под которыми они творили какие-то свои программы и дела. И многие обращаются, и многие раскаиваются, и многие удаляются от этого. Ты сказал, что поразишь своим мечом большим, тяжелым и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьешь чудовище морское. Мы верим, это меч, обоюдо, острый с обоих концов. И что сегодня он режет и в нас, и через нас наружу. Да исполнятся все намерения твои. Да исполнится воля твоя. И да будем мы не боящимися за свою шкуру, но готовыми на все ради тебя и Евангелия. Ради вечной славы твоей. Ибо наши нынешние временные страдания кратковременные ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Тебе слава, Господь. Иногда похоже, вот Слово Божье, оно как скальпель. Да, вот Бог берет скальпель и что-то начинает резать. И когда режется, это же больно, это больно. И тебе говорят, потерпи, не сопротивляйся. И вот когда разрезается и что-то начинает там происходить, чиститься, мы терпим, мы не бьем врача, мы не пытаемся его обзывать или обвинять в чем-то. Потому что знаем, это для нас делается. О, он делает больно, но он делает это для нашего блага, чтобы потом, потому что если сейчас это не сделать, потом придется отпилить руку. А если это не сделать, смерть, все, могила. Тема, ну вот я скажу название сразу, и вы поймете, что это будет остро. Грехопадение, план Божий. И знак вопроса, вот такой вопрос. Грехопадение, это план Божий или нет? И перед тем, вот как начать, услышал, ну вот такая вот она фраза сейчас витает везде в воздухе, идет. Новый мировой порядок. Вот на Земле сейчас происходит смена мирового порядка. И когда активная часть закончится, все, экономика, политика, география, все поменяется. Как это будет в конце, ну, верю, если воля Божья, живы будем, увидим это своими глазами. Точно так же, параллельно, а, наверное, даже на опережение идет, меняется порядок теологический. То, что казалось незыблемым и не подвергалось сомнениям, начинает шататься. Те границы, которые были определены столетиями в церкви, и считалось, что все, что за ними, тьма, дьявол, сатана, начинают меняться границы. То есть там, где стояла таможня, больше никто не стоит. Ты можешь туда заходить свободно. Идет смена парадигм. Парадигма – это вот как какое-то незыблемое убеждение, в которое все верят и не подвергают сомнения. Одна из вещей, которая меня немножечко всегда расстраивала в среди христианской среды, люди не хотят думать своей головой. Пастор сказал, все, это непоколебимо. Люди не хотят размышлять о том, что написано в Слове. Потому что им сказали, будешь много думать, скоро анафеме будешь предан. Не изобретай, куда не надо. Но я лично не такой. Я читаю Библию, я думаю, я задаю вопросы себе, Богу, неудобные вопросы.
подвергающие где-то сомнению вот эти вот парадигмы незыблемые в теологические, вот христианские, в которые все верят и которые боятся подвергнуть сомнению. Но я вижу в слове, допустим, что-то, и вижу, что это не согласуется с этим убеждением. Это убеждение не учитывает каких-то моментов, а эти моменты нельзя вычеркнуть отсюда. И вот как-то я там, ну, эта тема не новая, мы об этом говорили периодически, вот сегодня просто отдельно будет. О том, что было ли грехопадение Адама с Евой замыслом Божьим, или это было некой неожиданностью и нужно было придумывать план «Б». И в конце, ну, каждый тоже что-то добавит свое, и там будут вопросы. Дойдем до этого. Говорить о подобном, вот, то есть представить, что грехопадение было в замысле Божьем, это значит идти против большей части христианства. Потому что признать это значит пошатнуть устои вероучений, в которые верили и написаны куча книг об этом, и верили поколениями верующие люди. Но я не предлагаю вам какое-то, знаете, еретическое заключение, взято с какой-то книги, где-то я нашел какую-то древнюю книгу. Я говорю, вот давайте в слово, посмотрим в слово Божье, в Писание. И сразу вот с места в карьер, Откровение 13 глава, я думаю, что книгу Откровения нельзя называть ветхозаветной, как сейчас любят. Ой, ну это Ветхий Завет, это ж неправда, практически ложь, что там написано. Нас-то это точно никаким боком. Вот книга Откровения, 13 глава, я прочитаю стих 8. «И поклонятся ему, вот этому зверю, все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Ничего не было создано, а Агнец уже был принесен в жертву за грехи людей. Один человек сказал, или это я услышал от Бога, я не знаю, где я это взял, но я это осознаю, что Бог закончил все свои дела перед тем, как их начать. Вот он такой Бог у нас. Перед тем, как что-то начать, он уже все закончил. Так вот, если Агнец был заклан от сотворения мира, значит, уже было известно, что человеку нужно будет искупление. Или не так? Конечно, так. Еще планета не была сотворена даже. А уже был закланный Агнец. Как он там был закланный, я понятия не имею. Это духовный мир, это вечность. Даже апостол Павел, который такие тайны знал, говорит, мы тусклое стекло, как гадательно видим. Еще пока что. Сквозь тусклое стекло обычно смотрят на сварку, на солнце, чтобы не ослепнуть. Поэтому нам это еще и хорошо, что мы сквозь тусклое стекло это видим. Я могу сказать следующее, что Бог не прописал грехопадение человека, вот знаете, как вот, ну, суждено было. Бог не прописал в творение, ну как вот программа такая была, согрешить. Но он точно знал еще до начала творения, что человек согрешит. Точно знал. И вот это, Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Как это так? Как это так? Когда они еще не сделали ничего, да он все знал. Было ли прописано Исаву и Иакову? Нет, это выбор был каждого из них. Как это возможно? Это возможно, потому что пути Божьи, как небо и земля. Вы умеете ходить по небу? Нет пока что. Кто бы что ни говорил, пока не видел ни одного верующего, ходящего по небу физически. Но вот точно так же нам не всегда дано понять. Помните,
о бездны, как неисследимы пути Его, как непостижимы судьбы Его. Я это принимаю просто верой. Если это так, значит это так. Хоть я, у меня дебет с кредитом не сходится еще. Поэтому никакого плана «Б» никогда не было. Агнец был заклан до сотворения. Пророки видели Иисуса Христа с ранами еще до того, как Он пришел и умер. В Римлянам 11 глава. Мы хоть идем сейчас по очень тонкой такой грани. Вот шаг вправо, шаг влево, и можно сорваться. Люди, когда слышат подобное, верующие, внутри них поднимается их правильный теологический человек, который был научен, у которого все по слову. И он говорит, что он несет, что он такое говорит. Ну, давайте читать Библию, давайте смотреть здесь. Я не собрал специально кучу мест Писания, чтобы кого-то тут бомбить, убеждать. Несколько, а их достаточно. И кто читает, тот знает. Римлянам 11 написано, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». А что дальше написано? Вот после этих слов апостол Павел не закончил. «О бездна, богатство, премудрости и ведения Божьего, как непостижимы судьбы Его и как неисследимы пути Его». Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Как это объяснить? Вот именно так, как сказано здесь. Второй вопрос. Зачем? Зачем? И как можно с человека что-то спрашивать, если ты сам? Это вот ходить по небу, я вам хочу сказать. Земной ум задает такие вопросы, говорит, не понимаю, ну как тогда можно кого-то в ад отправить, если ты сам всех заключил в непослушание? Сейчас про ад тоже поговорим отдельно, будет пунктик. Потому что мы привыкли говорить, ад, это вот ад. Давайте вот первое, что это сковородка, огонь, и на ней грешники и черти подкидывают угля. Мы не понимаем даже, что такое ад. Для нас это вот картинка какая-то, где-то мы видели ад. Вот, ну а что, какая еще ассоциация? Коля, какая у тебя ассоциация с адом? Огонь, больно, тебя там мучают, наверное, пытают. Ну типа подвалов ФСБ там, или СБУ, только хуже. Деревянный? Ух ты. Ну то есть, а что это за ад? Да не знают верующие люди. Просто знают, что туда нежелательно попадать. Недаром говорят, что для многих верующих вера в Бога – это просто билет на небо, чтобы только в ад не попасть. Страшно. Будут ли те, кто будет мучиться в озере огненном? Конечно, так написано. Зверь и лжепророк будут мучиться во веки веков, написано, во веки веков. И потом дальше в Откровении написано, и будут брошены туда, в озеро Огненное, все, кто не был записан в книге жизни. С этим я даже сомнению не подвергаю. Если так сказано, значит так есть. Но, что мы знаем про озеро Огненное? Да ничего не знаем. Шеол. Что? Ну, озеро... И горит огонь, и ты там. Ну как еще представить, как еще понять это? Нам не на что опереться в этом. Написано, но мы ничего не знаем о природе даже мучений. Ведь это не физические тела будут. Что это за мучение? Что это за вид мучений будет? Не знаем. Потому что физических тел все, их нету. Соответственно, это духовное измерение, и в духовном измерении есть озеро Огненное, где, да, будут мучиться, но как именно, мы строим предположение пока что. Наверное, будут, вот как человека, кинь его в огонь, и он там извивается,
покрывается этим черным таким корочкой, как курочка-гриль, и кричит от боли. Ну, это нет, я не верю, что это такое будет. Мучения будут, но мы ничего о них не знаем. Дальше, во веки веков, да, говорят, во веки веков. Давайте на секунду вспомним, что у Бога один день, как тысячу лет. И тысячу лет, как один день. Поэтому что мы знаем о во веки веков? Да тоже ничего нельзя сказать. Сколько это во веки веков? Один день, как тысячу лет. Зачем нам это сказано? Чтобы мы что-то понимали, что Бог не человек. Он не сидит с Вот смотрите, давайте откровение опять же зайдем. Я прочитаю все-таки, где написано об этих мучениях, это важно. 20 глава, 9 стих. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». То есть те, кто вышел, сатана вышел, и дьявол вышел с народами против Бога. Помните? Тоже еще, как это делал, как это, что там дьявол на коне каком-то таком полускелетном, таком разлагающемся, как Кощей или что он там вел. Но написано следующее. «Не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где уже зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». На этом многие остановились, а я начал задавать вопросы и читать дальше. И там написано, увидел я великий белый престол, сидящего на нем, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, вообще тоже ноль. Я не слышал, чтобы кто-то рассказал, почему часть людей в каком-то море находилась. Ну не в черном же море, и не в Средиземном. И смерть, и ад отдали мертвых, которые тоже там были. Что, с одной сковородки на другую бросят? Какой бред. Господи, прости нас, что мы так думаем. Примитивно, на уровне каменного века какого-то. Которые были, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. И смерть, и ад. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Ну как бы все понятно, что тут скажешь, но ведь Библия не закончилась, есть еще пару глав. Мы читаем дальше. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Море. Аллилуйя. И вот смотрите, тут еще написано, 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей всех желцов, лжецов, участь в озере горящим огнем и серой». Это смерть вторая, повторяется. Все. «Будут те, кто будет в озере огненном мучиться». Факт. Факт. Но, опять же, ничего не знаем о природе мучений. Плохо будет 100%. Ничего не знаем, что за озеро огненное и чем оно от ада отличается. Лично в моем мозгу, в картинках, если нарисую ад и нарисую озеро огненное, да примерно одно и то же. Но ад был брошен, то есть ад терпел мучения в озере огненном. Ад. И второе, ну здесь не сказано, что за людей, что вовеки, но сказано за зверя, лжепророка и дьявола. Ну допустим, вовеки, мы не понимаем, сколько конкретно, день и ночь там написано. Помните, день и ночь вовеки, день и ночь вовеки. Что такое день и ночь вовеки? Это время. Это время. И читаем дальше. Смотрите, вот эту всю главу пропускаем. И 22 глава.
И показал мне чистую реку воды. То есть тут уже, понимаете, тут уже небесный Иерусалим описанный вот в 21 главе. Новое небо, новая земля. Все замечательно, все хорошо. Всех плохих выбросили с глаз долой в озеро Огненное. Даже дьявола, вот эту вот гадину забросили. Знаете, нету искушений уже никаких. Нет уже бесов и демонов. Ничего не болит, никому не хочется ударить, никого не хочется оскорбить. Обидеться даже не могу, если захочу. Ну вот, все, все. Да остановитесь вы на этой 21 главе. И хватит. Но нет же. Но нет же. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. С чего бы вдруг нам нужно исцеление? Когда всех уже убрали, все причины убраны. А тут 12 раз в год листья для исцеления. То есть думать, да, надо думать. Надо думать. Значит, будут те, кому нужно будет исцеление. И раз это не единократное, 12 раз в год. Каждый месяц приносятся листья, которыми исцеляются какие-то народы. Я ни о чем не утверждаю, я просто рассказываю, как Дух Святой меня лично ведет в этих вопросах. Но это не все. Смотрите, сейчас я это найду, сейчас я это найду. Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы будут служить ему и узрят, лицо его, имя будет на челах их, и ночи не будет там. День и ночь мучатся вовеки. Ночи, то есть что-то меняется вот в этой главе. Ночи не будет. То есть либо где-то будет ночь и день, либо вообще ночи не будет. То есть между, скажем так, 20 и 22 главой есть какой-то промежуток огромный времени, если листья 12 раз в год, там года будут какие-то идти еще, какое-то время. Ну, ладно, в принципе, хватит. Сейчас к другому подходим. То есть я к чему? Я хочу показать, что если начать размышлять об этих вещах, появится куча нестыковок в существующей, как бы законченной системе верования. Все просто, не принял Иисуса, пошел в ад и мучайся там во веки веков, тварь. А я тут терпел, хотел покурить, не курил, хотел поблудить, не блудил, а ты, сволочь, блудила и курила. И я, конечно, потру руки и порадуюсь. Ха-ха-ха. Так тебе и надо. И вот в эту всю теологию не влазит, когда начинаешь думать. Зачем вообще сдались листья для исцеления народов? Что там, больные, что ли, какие-то в Новом Иерусалиме живут? Да не должны быть, ведь все, исцеление, дьявола нет, болезни нет, духа нету, который... Во веки веков тоже, пойди разберись, сколько это во веки веков. 10 дней по Божьим, там, один день как 1000 лет, или там это год, или 5 лет, или куда девалась ночь. Ладно, это все вопросы, я говорю, сею вопросы, чтобы начали думать. Царство Божие как закваска, если попало, уже не удалишь ее из себя. Должно расшириться понимание. Теперь, цель-то сегодняшнего слова грехопадения, это план Божий или нет?
Давайте порассуждаем о том, что мог сделать Бог и после грехопадения человека. Вот порассуждаем. Ну вот, допустим, я Бог, я создал нечто, вот мы создаем люди что-то, а оно не работает, как я хотел. Ну, то есть неисправно. Что мог сделать Бог? Он мог просто взять, уничтожить все творение и создать новое. Или не мог? Почему нет? Почему нет? Мы люди, вот мы создаем что-то, а оно не работает. Что мы? Сломали и делаем заново, начинаем. Ну да, он мог уничтожить все творение, ну или хотя бы человека. Да в принципе все можно было, что там мелочиться. Ты творец, сказал, вот так все появилось. Почему он этого не сделал? Зачем нужно вот это все было пускать дальше? Что он еще мог сделать? Он мог помешать человеку согрешить. Вот когда Адам с Евой поперли уже там к дереву, он же мог вмешаться. Эй, там, там вот так с неба такой. Все. Чего он не вмешивался? Все на его глазах происходило. Но разве мы бы не вмешались бы, видя, как наш ребенок полез в розетку? Если он в это не вмешивался, значит, у него был план. И он его придерживался. Что еще он мог вообще змея не помещать в Эдемский сад? А между прочим, змей, зло уже было до грехопадения человека. Зло уже было. То есть пора подумать о том, что не человек как изначальная проблема. Но он мог просто создать оазис, где бы мы жили долго и счастливо, никогда не умирали. Вообще змея убрать человека, чтобы доступа не было. Да он уничтожить мог это зло. Не дожидаться 22 книги, этой главы Откровения. Слушайте, вот это вот просто вот так вот взять, перелистнуть по одной страничке, полдня уйдет, если не день. Вот просто. А это все прожили люди. На каждой страничке годы, десятки лет. И вот между вот этим и когда эту тварь кинули в озеро Огненное, прошло много времени. Вот что еще мог сделать Бог? Вот скажите, вы думали об этом вообще? Вот как можно было вообще поступить? Угу. То есть, к чему этот вопрос? Если он ничего с этим не сделал, хотя мог много чего сделать, значит, это было частью его замысла. У меня другого нет ответа. Я позволю своему ребенку страдать только, если я хочу, чтобы это произошло. По каким-то причинам. Сейчас причины мы не выясняем. Я не позволю никогда никому обидеть моего ребенка, если на моих глазах это происходит. Или влезть ему куда-то, где ему плохо станет. Сюда вписывается история Ио. Я вот сейчас перечитываю Ио, вообще по-другому читается книга. Где Бог сам натравил, можно сказать, сатану на Ио. Бог сам спровоцировал сатану. Вот то, что у Иов проходил, это ужас. По-другому это не объяснить. Так ты что, Господь, жестокий? Конечно, нет. Потому что Бог благословил последние дни Иова больше прежних. Скажу наперед, старцев всего 24. Всего. Вот смотрите, сколько здесь... Есть энциклопедия имен, симфония библейская имен. Вот такая толстая у меня где-то есть она.
Там одни имена, описанные в Библии. Тысячи, тысячи. Это потом после Библии еще много людей прожило. Но старцев всего 24. Всего. Мало как-то, да, вот? Мало, вот с тысяч лет людей, с тысяч поколений, маловато как-то 24 всего. И то это на момент... То есть, смотрите, почему их мало? Потому что мало кто способен пройти этот путь. Иова, Иосифа, Христа. Вот мы вот на днях Иосифа смотрели мультфильм дома. Вот как вообще человеку это пройти было? Ни за что, ни про что. Так же, как и Иов, он же не заслужил этого. Иисус не заслужил этого. Иосиф не заслужил этого. Но им было дано. Ведь это написано, Слово Божье испытало Иосифа. Давайте второй вопрос. Если бы не было греха падения, вот представляем, что не согрешили Адам с Евой. Все, отлично пошло по плану, который мы думаем был у Бога. Первое, мы бы никогда не знали, что такое церковь. Церкви бы не было. Потому что церковь – это искупленные, рожденные заново. Нельзя родиться заново, если ты не умер до этого. Рожденные свыше. Церковь – это прямой продукт грехопадения. Вот такая вот фраза. Не было бы грехопадения, не возникла бы церковь и тире невеста Христа. Ее бы не было. Не было бы священства по чину Мелхиседека. Не было бы вечного священства по чину Мелхиседека, потому что Иисус стал священником. Не был им, но стал. А стал после чего? После того, как умер за грехи людей. Мы бы никогда не узнали, кто такой Яхве Рафа, Господь Целитель мой. Зачем мне целитель, если я не болею? Мы бы никогда не узнали, кто такой Господь мой мир. Я как бы не нуждаюсь, я и так в мире. Мы бы никогда не узнали, что есть Господь Саваоф, Бог воинств и так далее. В одной, вот сейчас это просто важно, тоже новый мировой порядок в христианстве. В одной проповеди, я верю, Дух Святой дал мне это сказать, я не планировал это. Я говорю, что, как же я там сказал, не факт, что Иисус был Господом до того, как умер и воскрес. Помните такая фраза? И там это услышали, конечно, услышали, безусловно. И что это, что ты сказал? Как будто я матерное слово сказал какое-то. Но я верю, я скажу так очень по-еврейски, что Иисус в полной мере стал Господом только после того, как воскрес из мертвых. Он стал Господом господствующих и царем царей. И не был бы им никогда, не пройди крест, Голгофу, И этого бы не было, если бы не было падения человека. Почему, да? Он говорит, он ему дал ему имя выше всякого имени. И чтобы всякий язык исповедовал его Господом. Этого не было до того, как он умер и воскрес. Не было бы у нас познания ни милости. Мы бы не знали, что такое милость. Зачем милость человеку, который не виновен ни в чем? Там только долг остается. Мы бы не знали, что такое прощение, терпение, любовь, потому что любовь не может проявиться без... Вот когда любовь, это она от противного проявляется. Никогда все хорошо, благополучно. Я говорю, я тебя, брат, люблю. У меня сейчас есть люди, которых тяжело любить мне. Тяжело, но надо.
Вот где оно проявляется настоящее. Если вы любите любящих вас, какая вам за это награда? Да никакой, конечно. Еще пункт. Не было бы ни войны, ни победы, ни победителей. Не было бы победителей. Не было бы ни наград, ни венцов, ни наследия. Вот этого всего не было бы. Без. Чего бы еще не было, как вы думаете? Ну, конечно, не было бы убийств, кровопролитий, болезней. Ну, это понятно. Я говорю о другом, на сторону, на которую мы почему-то редко смотрим, чего бы не было. То есть, подытоживая, было ли грехопадение планом Божьим? Вы знаете, я наберу смелости. Я не говорю, что это он прописал. Тогда не за что было бы человека обвинять. Если бы, знаете, там даже есть такое место. Как же Бог может обвинять, если он сам всех в непослушание поставил? Вот в этом-то и соль. Почему это все откидывалось? Потому что с земной позиции это не понять. Признаем мы, что грехопадение, Бог знал о нем изначально, нам придется объяснять человеку, что почему ему все равно в ад придется идти за свои грехи. Потому что все равно человек сам решает, что и как делать. Иаков и Исав, вот, это для чего нам этот пример дан? Вот Давид говорил, ты видел все дни, когда еще для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Призывая нас, Бог знал все наши падения и ошибки, и Он призвал нас тем не менее. Когда-то Варон Аш, он опережал свое время очень сильно. Поэтому, я думаю, он ушел рано из жизни. Такие люди, они не могут долго оставаться, когда ты постоянно на десятки лет опережаешь свое время. Им тяжело жить во времени. Но я помню, как он меня раздражал, как он меня выводил из себя своими проповедями. Я, честно, некоторые его проповеди меня просто злили. И он, помню, в одной проповеди сказал, смеясь, в своей рясе этой, ты думаешь, ты можешь Бога удивить своими грехами? Ха-ха-ха! Да он знает все о тебе. И ты думаешь, что если ты согрешишь, ты его так сильно прямо расстроил, потому что неожиданность такая. Вот от тебя, Рома, такого я не ожидал, говорит Господь Саваоф. Вот это ты удивил меня, пойду поплачу. И он это говорил, смеясь. И я помню, злился на него, что ты несешь? А что теперь? Ну теперь давай греши. Вот это земной ум только так и мыслит. Ну значит, можно грешить. А все равно Бог всех простит. Ну там листочек приложит мне, если там даже в озеро Огненное окажусь. Вот это земной ум, вот для таких озеро Огненное и будет людей. Пока в какие-то сферы лезть нельзя, рано лезть. Но мы уже поняли, вылазим из вот этого. То есть вот это, Бог говорит, потрясу небо и землю. Он потрясает сейчас вот эту парадигму теологическую. Она трещит по швам. Очень много вопросов и нет ответов. Люди уже перестают им не заткнуть. Когда раньше приходил пастор, но ведь написано, да не лезь ты туда, это дебри и все. А, понял, сейчас уже это не прокатит. Подожди, что значит дебри? Это Бог сказал. Я хочу понять, я хочу разобраться. Я не хочу просто слепо верить в то, что Иван Иванович и Петр там, Семенович решили в 40-х годах, что вот так правильно. Я читаю слово, мне Бог что-то открывает, показывает. Я начинаю это прикладывать к тому, что вы говорите, и не сходится. А почему не сходится? Да потому что не бывает законченной теологии, она постоянно растет. Бог все время открывает больше, больше, больше. И в то, что закрылось, не вмещается. И раз не вмещается, значит плохое считается. Неправильно. Поэтому я вижу, не будь грехопадения, не было бы вот всего того, ради чего я верю, вообще творение сотворено. Церковь.
Люблю эту цитату, ее постоянно везде говорю, но, наверное, мало не будет. Все творение в Божьих глазах было необходимо для того, чтобы могла возникнуть церковь. А церковь не могла возникнуть без падения, грехопадения человека. Бог знал, безусловно знал, и дал человеку войти в это. Потому что, если все это не план Божий, вот то, о чем сейчас мы говорили, то, посмотря вокруг, мы будем видеть, что Бог терпит поражение по всем фронтам. Абсолютно. То есть, если вот то, что сейчас происходит, не план Божий, значит, Бог терпит поражение тысячелетиями на земле. Но ведь это не так. Тьма не может победить свет, мы же знаем это. Нельзя включить тьму в помещении. Свет всегда будет превосходнее. Значит, то, что происходит, как бы это ни было парадоксально, это план Божий. За все благодарите, ибо такова есть воля Божья о вас. Почему за все благодарите? Кто-то говорит, другой перевод, во всем. Но это сильно не меняет картины. Одновременно мы не роботы запрограммированные. А что ты пошел грешить? То вот мне дано так было. Вот. Я ж не знаю, само пошло. Мы делаем свой выбор, но Бог весь наш выбор знает. И Он избирает не мудрое, не сильное, не благородное. Он избирает людей по какому-то другому критерию, глубокому внутри человека. Что такое Иаков? Он по большому счету по-человечески хуже, чем Исав. Маменькин сыночек. Волос нет, тестостерона нету вообще. Это мужик, охотник, добытчик, да, Исав? Ух, такой свирепый, вонючий. И Иаков такой с мамочкой, мама ему, давай там обман, давай, давай. Хитростью. Хотя хитрость была, опять же, он-то имел право на первородство, Исав ему его отдал де юра. Ну, де-факто пришлось там, конечно, вильнуть немного хвостом, чтобы его получить. Но перед Богом Иаков имел первородство, потому что Исав ему его отдал лично. Ладно, вот такое вот, кто что имеет сказать? Мысль? Ну, иди, скажи мысль. Эссе? По поводу вот, ну, просто там некоторые моменты, то, что Юра говорил, у меня как бы тоже размышления, мысли по поводу сотворения, да, вот вообще замысла Божьего, то есть с грехопадением, да, то есть то, что ты говорил, что он закланный от начала, да, Христос. А что закланный значит, да, то есть он распят, он умер, принесен, он стал жертвой. А у меня такое вот понимание, что то есть, ну, сам физический мир, возникновение материи, да, слово стало плотью, то есть материей по сути. То есть в этом смысл, да, его заклания от начала. То есть он был заклан, через это мир был явлен физический, да? И этот физический мир, он временный, по сути, да, получается. То есть будет воскресение, да? Будет воскресение всех, праведных и неправедных. Новые тела будут. То есть через то, что Христос пришел физически, да? Он умер, и он воскрес в новом теле. И все получат новые тела. И вот этот замысел, то есть это уже не просто души, это что-то новое мир, это новое творение, новая земля будет, новое небо будет. То есть вот это перерождение, то есть царство – это семя, которое умерло и дало плод, да, в дерево превратилось. То есть вот ну, царство – это вот это перерождение в новое. То есть вот этот весь процесс – это замысел Божий. Да, и вот этот мир, он как бы, он все это как бы олицетворяет, грехопадение, то есть он сам по себе как бы вот, ну, перерождение будет определенное, да. И за исцеление народов тоже вот мысли были, помните, у пророка написано, что будут приходить в Иерусалим на поклонение народы, то есть и именно через это исцеление будет происходить, у меня как бы такие вот мысли есть, то есть есть народы, действительно, мы сейчас смотрим то, что происходит, некоторым народам достается, ну, вот реально, короче, что им нужно будет исцеление, то есть, да, и как бы, и вот там, то есть, потому что
какая-то несправедливость вот в отношении народов происходит. И реально они потом придут, и Бог будет их исцелять. Написано, утрет всякую слезу, да, ну как бы это уже там будет, это уже когда все предстанут. То есть какие-то вот эти вот процессы, которые Бог, ну, будет делать отдельно с каждым народом. И я думаю, что это относится именно к тысячелетнему царству. То есть когда время будет, когда день-ночь, это будет связано вот с тысячелетним царством, это что-то будет другое, не то, что сейчас, да, и как бы какие-то вот эпохи развития, да, вообще Божьего замысла. Ну, в общем, то есть через то, что он стал, почему Мелхиседек, это тоже, это он в новом теле, когда воскрес, он стал священником, почему Мелхиседека. То есть вот этот замысел воскресения, и, ну, как бы и для всех нас, и для творения, ну, то есть все это вот, вот в этом какой-то вот тоже, ну, вот его замысел, да. То есть сатана, он же существовал, получается, да, и он как бы часть мироздания, и вот, то есть, ну, как тоже, тот же зерно, когда Христос, да, прообразы такие, то есть есть шелуха, да, есть то, что останется, как бы, да, есть то, что возьмется, есть то, что останется, вот этот весь процесс сегрегации, как бы, физического, вот он, ну, именно в его замысле. То есть, ну, как бы духовный мир, он же все взаимосвязано с физическим. То есть то, что сатана, как бы тьма и свет отделил, то, что вначале написано, то и происходит в глобальном смысле. В общем, ну, ладно, в общем, не знаю, как это сказать. То, что он один был, да, то есть как бы, и то, что он что-то произвел физическое, в этом уже было и свет, и тьма, и вот, ну, то есть вот этот весь процесс, может быть, его творческий процесс, да, он, вот это вот. То, что происходит глобально. Интересно, сейчас. А вот про народы я тоже такая мысль подумал, что народы, да, вот представьте, например, там, или даже войны, вот что-то, народы, да, какое-то получили, да, ну, как это совокупное мышление, да, совокупное, да, вот как народов, и они как бы там обижены или ожесточены, может быть, действительно это только потом, как вот это, да, исцелиться. Да, вот сейчас действительно иногда, знаете, вот бывает, проснешься и какие-то вот ночные переживания, то, что ты начинаешь с утра, да, вот получать от Бога, иногда такую радость приносит, что вот оно открывается. Бывает вот день ото дня разнится, да, и вот у меня просто на этой неделе были такие дни, когда я в восторге был из-за того, что вот, ну, приходили откровения, и была такая радость, я не знаю. И вот то, что хочу поделиться сейчас, вот показать, если там, если видно, ну это как бы я нарисовал образно, вот есть системы мироздания, да, Бог, как вот Юрий говорит, ничто не случайно, у Бога он где-то, знаете, попалась, по-моему, или бизнес какой-то, или что-то там, какие-то такие вот системы, и там один человек, у которого, ну, огромные фирмы, там, миллиардные капиталы, и он там, ну, пишет, как бы уже обучает людей, как вот там в бизнесе двигаться, и он говорит, что есть там мотивация, да, вот она, у нее есть какой-то предел успеха, да, вот людей замотивировали, вместе мы сможем, собрались, сделали, но он говорит, что действительно работает, это системы, это человек, ну, бизнес, просто бизнес, он учит, как вот быть успешным, грубо говоря. И говорит, то, что работает система. Я задумался, думаю, интересно. И действительно, в христианстве тоже иногда, да, вот проповеди, мотивации, что-то мы, да, вышли, полпути прошли и... А вот что работает, это работает системы. И вот я как бы нарисовал две системы. Вот первая система, да, это реальность. Реальность жив во Христе. Я как бы на себе покажу, я, ну, верю, что для кого-то это будет важным. То есть, вот я, например, да, реальность во Христе. Когда я был во Христе, например, я вот там примирился, как вот с Богом родился свыше, там, не помню, сколько мне лет было, там, 25 лет, 25, там, 30 лет человек родился свыше. То есть я как бы поместился во Христа, или вот как, вот кто как научен? Смотрите, я был во Христе всегда. И вот сегодня утром, когда я проснулся, я просто проснулся, позавтракал, собирался на служение, сел там,
открыл Писание и начал читать. И вот это вот оно, знаете, я всегда это знал, но оно всплыло наверх. Оно всплыло наверх, мое детство. Целая картина истории, школа. Что интереснее, как вот школа, да, 90-х, 80-х вообще годов, кто помнит, школа. Смотрите, какая школа была, ух, это трудно представить. И я увидел себя в школе, во Христе. Во Христе Иисусе. В коммунистическое время. Я ничего о нем не слышал. Не... Я увидел себя во Христе Иисусе. И прям определенный, продолжительный, систематический вот мой образ жизни, то есть какие-то люди, которые были со мной годами, годы, я увидел Божий план в этом. Я увидел ту цель, которую, то есть я уже тогда, ну, будучи, да, вот, не знающим Бога, там, шпаной, там, вот, ну, там, вот, там, троечником, то отличником, то троечником, еще не пойми, как это, я был во Христе. Вот вы верите так? Да. Классно. Но существует другая система, да? Система этого мира. Помните, говорит, он искупил нас от системы мира. То есть существует система мира, есть мироправители. И вот, будучи школьником во Христе Иисусе, ничего не зная о Боге, я уже конфликтовал с этой системой. Он мне реально сегодня, Дух Святой, показал, что определенное мое отношение, не знаю, оно просто у меня было, и я жил уже во Христе, конфликтуя с этой системой. Конечно, потом эта система, она в какой-то степени поглотила меня. И пришел момент, да, он первородного вводит во Вселенную, и я, да, встретился с ним. Как? Я вроде бы и знал его всегда, но тут вот, да, прими Христа. Вот скажите, христианство, давайте вот такую проведем параллель, да, вот теология меняется, но вот как вы думаете, христианство это что-то серьезное или что-то поверхностное? Ответ. Серьезное. Но до какой степени серьезное? Есть что-то более серьезнее и ответственнее в жизни, чем вот это? Рождение свыше, вот рассказываю. То есть я жил, и вот там 25-30 лет, там не помню, да, вот рождение свыше. Что вы переживали в этот момент, когда вы встретили Бога, родились свыше? Вот вспомните, что там было насчет ответственности. Живи, греши, как хочешь, да? Нет, я понял вот в тот момент, что это настолько серьезно, что это, ну, почему жизнь человека изменилась, вот? Шалопая, бандита, да, там вот кто, кого угодно, да, люди. Почему они изменились? Осознали, вспомнили, увидели. Они и были. Но почему победители, что это как человек, он встал, то действительно он есть. И начал жить дальше. Понимаете, вот Павел, он был во Христе Иисусе, Павел, когда убивал христиан. Он был во Христе Иисусе. Но, говорит, был помилован, потому что по неведению. Но Бог знал этого человека, да, он может быть, он, то есть то, кто он есть, ревнитель Божий, было направлено системой вот этих мироправителей в другую сторону. Но когда он осознал, он сразу понял, кто он. Он уже тогда конфликтовал в своем сердце с этой системой. Вот даже когда, вот не знаю, даже вот вспомните его, да, детство, какие-то вот, ты вот другой все равно. Что иногда это вылазило из тебя, ты вот, может быть, мы жили как все, мы жили в этой системе этого мира, но мы были другие. И она не смогла нас поглотить и выплюнуть. Потому что пришло время, Бог открылся в нас. То есть, и как бы и это еще более ответственнее стало наша жизнь вот с этого момента осознания. Потому что уже мы уже понимаем, что дальше, ну, дальше больше. Вот это интересно, что, да, он говорит, избранный в нем от сотворения мира. И действительно, то есть какие-то вещи даже в нашей жизни уже, они,
они уже были насчет Божий. Мы даже не подозревали об этом. Ну вот такое вот хотелось сейчас оттуда чуть-чуть. Ты в конце тоже это слово сказал, а мне оно вот пришло сейчас на память. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. А как мы в Него попадаем? Через рождение свыше. Через веру. Веру в то, во что? Что Он умер и воскрес. То есть все опять же. То есть мы не просто были, мы уже избраны были во Христе еще до того, как вообще появился человек. Ну а в конце такое, это как размышление, я не утверждаю, что так, но я как понимаю, насколько я понимаю Бога, я думаю, что в вечности, даже в тысячелетнем царстве, мы будем чем-то заниматься. То есть тысячелетнее царство, да? Для чего-то оно нужно на земле. Ну, то есть это же не просто так балдеж, развлекуха, кайфуха, там отпуск. То есть для чего-то Бог не уничтожает сразу землю, а ставит тысячелетнее царство. И это тысячелетнее царство кто-то будет поставлен там над городом, над десятью. То есть будет какая-то активность, о которой не так много, ну вообще практически нет. Но она будет, мы же не будем просто так ждать. Сколько еще? Еще 900 лет тут. То есть... Чем-то будем заниматься, вот чем, но я знаю точно, чем-то полезным. Это размышление. А второе сюда же, то есть мы, нас же память не сотрут. То есть мы будем понимать, что есть наши родственники, которые в озере Лукнино. Правильно? Или нет? Ну, то есть, вот допустим, так случилось, что какая-то часть наших знакомых, близких, родных не спасены оказались. И то есть, как можно тогда, ну, ты просто живешь, радуешься, что ты спасен, понимаешь, что где-то там, да, с глаз скрыто, люди мучаются. Я такого не могу понять, ну, представить, это в характере, он не садист. То есть, если на земле, послушайте, на земле даже за убийство могут в какой-то момент амнистию дать. Представляете? Люди злые. Злые люди и то дают амнистию и прощают после какого-то времени. Говорит, если вы, будучи злы, умеете, тем более отец. Поэтому, опять же скажу, это размышление, это не утверждение. Я все-таки верю, что или каким-то образом люди в итоге будут оттуда вытащены, или просто они перестанут существовать как личности. Ну, то есть, Бог может, знаете, дух, плоть уйдет в плоть, написано, дух возвратится к Богу. Это такие мои мысли, потому что такое, я говорю, что есть косвенные указания на то, что это не будет бесконечно. Потому что если не, ну, то есть, это все сгорит, то, а что, как-то будет какой-то кусок, там, на экскурсию туда ездить будем или что. Поэтому я не говорю, Бог всех простит и дьявола в том числе. Я просто говорю, что об этом, это не так однозначно, как нам говорили. Вот что. Была серия проповедей, помните, ад это не конец, помните такие? Очень много вызвало разных, как сказать, и хорошего, и плохого, и даже от близких людей я услышал там в свой адрес, что ты несешь. Мне кажется, тысячелетнее царство, это уже, ну, он же будет судить народы Христос, когда придет. То есть его пришествие, он будет судить. То есть, он не просто, и это еще будет день и ночь, правильно? Еще день и ночь будут идти, время будет существовать. И как бы вот после его суда, то есть уже будет, ну, все вразумляться, да, вот определенно, и все равно будет период, когда потом опять начнется какая-то... Да, но дьявол же будет скован тысячу лет, а потом будет что? Отпущен. Вот еще один момент. Зачем? Зачем? И более того, он еще соберет армию на земле. Интересно, вот такая мысль, да, вот, что этот дьявол, да, он будет скован, потом отпущен, и вот, да, вот это место, да, ад, там, да, как место, да, вот. Эти же преступников заключают, потом туда отпускают. И вот там же, ну, как критерий раннего отпускания, исправление. Исправился человек или не исправился.
И вот, наверное, что вот эта природа дьявола, может быть, кто на него похож, кто не хочет, да, вот есть все равно, да, вот ты будешь еще делать там, иногда дети так балуются, да, их даже наказывают, ты будешь еще буду, да, вот человек он не хочет, он не будет. Ну да, есть как их вот сыны погибели, да, сыны дьявола, сыны погибели. Ну, в любом случае, понятно, что вот даже если сейчас сказать, что, допустим, тебя на 10 лет в тюрьму посадят, через 3 дня на 10 лет тебя садят в тюрьму, то есть 10 лет это не конец, как бы, да, ну, в тюрьме тебя не будут жарить на сковородке, и то эти 3 дня ты будешь в мучениях страшных, и представление, что не свобода, 10 лет, я не смогу, то все, это как конец. Это уже, то есть даже здесь это кажется, как сказать, наказанием. То есть поэтому рисковать, а все равно буду грешить, ну пойду в ад, потом меня могут спасти. Извините. Да, через 10 лет его выпустят, но он потерял себя, он потерял часть жизни своей. Потерял, ну как, это же нельзя легкомысленно, никто из нас легкомысленно даже на 10 лет в тюрьму не захочет сесть, даже на год, какие 10 лет. А тем более, когда мы говорим о аде и озере Огне, там это далеко не тюрьма. И просто легкомысленно думать, да, все равно. Не-не-не, это реально опасное, страшное место. И однозначно, что там будут люди мучаться. Вот и все. Но озеро-то это в самом конце, когда уже все будет. То есть это ж уже... Это же как гейном, да, помойка, короче, грубо говоря, за Иерусалимом. То есть это уже все, это уже то, что уже как бы такой временный.